В Новый год анапский роддом вошел обновленным. Накануне здесь провели масштабный ремонт. Увеличили количество индивидуальных палат для рожениц. Год начался хорошо. Родов у нас прошло 64. С 1 по 10 число девочек родилось 34, мальчиков 33. Первым родился мальчик 1 января в час 30. Здоровый, хороший малыш. Уже они с мамой находятся дома. Все хорошо. Персонал весь работал в штатном режиме. Все бригады были на местах. И врачебные, и акушерские, и сестринские, и младшего персонала. Были два дополнительных рабочих дня, 3 и 6 января. Выходили, помогали врачам, совместно с дежурными врачами. Смены работали. В настоящий момент в отделении находится 52 человека. Состояние у всех хорошее, сложных случаев нет. Как рассказали специалисты, среди их пациентов увеличилось количество женщин, которые решаются на роды третьего ребенка. У Инны Фалько вчера вечером родился пока только второй сын. Первый ребенок появился на свет здесь же, в анапском роддоме. В 7 часов я здесь оказалась. Родила ночью в 22:40. В 23:40, да. 9 числа? Да. Ну вот сегодня ночью. Первенец? Второй. Как роды проходили? Все хорошо. Благодаря акушерам и врачу. Все замечательно. Кроме оперативной работы, медики родильного отделения ведут серьезную профилактическую деятельность. С пациентами проводятся психологические беседы. Идет тесная работа со специалистами из женской консультации. Каждой будущей маме здесь индивидуальный подход. Это дает свой положительный результат. За минувший год в анапском роддоме не зафиксировано ни одного случая отказа от малышей. У каждого новорожденного анапчанина есть своя крепкая, дружная и, самое главное, родная семья.